Да, я уже слышала. Ну, тоже страшно. Молодой? 23? Жалко. А что у нас будет хорошим? Вот ждем, чтобы вы пришли куда-нибудь уже что-нибудь с вами решилось. Да, хоть что-то решилось. Мне человек еще говорит, а у меня на 30 сентября, говорит, повестка, говорит. Я говорю, никто не знаю, берешь Стасину справку, берешь то, что ты учиться устроился, иди и это. Нечего там делать, да. И Стаса, наоборот, надо ждать уже, чтобы Стас пришел. Берегитесь, не держитесь, а берегите себя. Я говорю, я вчера просто прочитала, что Димона жена написала так в нашем чате, что это некуда погиб, мы все в шоке. Мы же никто не знали, она. Да, слышу, слышу, да, ребят. Thank you.